Олег Пензин, экономист, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. Олег, давайте проанализируем все эти атаки. Уже 13 из 30 НПЗ в России горели. И вот издание The Insider, оно пишет, что значительные повреждения фиксировались на 8 предприятиях. Каковы на данный момент последствия для РФ таких успешных хлопков на заводах? И если тенденция продолжится, можно ли будет ожидать кризис в России? Ну, смотрите, в действительности, чтобы реально оценивать последствия, нужно понимать следующее. До начала вот этих прилетов общий объем переработки суточный на российских НПЗ составлял где-то порядка 5,6 миллиона баррелей в сутки. Сейчас общий объем сократился где-то до 5,2 миллиона баррелей в сутки. По оценкам Блумберга, общий объем переработки российской нефти сократился где-то на 12%. 12-13%. Просто нужно понимать, что попадание в ректификационные колонны еще не означает остановки переработки. Как правило, на крупных предприятиях несколько есть независимых линий, которые производят нефтепродукты, и выход со строя одной из них не останавливает завод полностью, а только резко уменьшает объем переработки на данном конкретном предприятии. На сегодняшний момент после этих прилетов полностью установлено где-то порядка, ну вот, до уровня 4, там 3 точно, а 1 там практически приостановил работу предприятия. Но опять же, это все предприятия, которые находятся в европейской части Российской Федерации и которые теоретически могут быть достигнуты прилетом украинских дронов. Ну то есть это не колоссальные последствия, о которых можно говорить сейчас? Ну смотрите, 12%. Но опять же, что называть колоссальными последствиями? Когда мы с вами говорим о внутрироссийском рынке нефтепродуктов, то нужно понимать, что 90% переработки нефти обеспечивает, собственно, вот бензины. То есть, когда мы говорим о структуре того, что выпускается российскими НПЗ, то 90% бензинов, которые выпускаются НПЗ, потребляется внутри Российской Федерации. И где-то 50% дизеля. То есть, экспортный потенциал переработки, он по бензинам невелик, по дизелю, ну, реально где-то процентов 40-45 переработки. Почему я называю эти цифры? В феврале месяце Российская Федерация объявила об эмбарго на экспорт российских бензинов. Собственно, что произошло? В процессе уменьшения ежесуточных объемов переработки нефти в связи с разными причинами, одной из которых наиболее существенным является прилеты дронов, на российских заправках ситуация серьезно ухудшилась. Дело в том, что во многих субъектах Федерации цена на пистолете, на заправках, она в той или иной степени регулируется. Оптовые партии, они, как правило, не регулируются, регулирует рынок. И когда у вас оптовая партия становится дороже, чем розница, вы автоматически, будучи трейдером, прекращаете какие бы то ни было операции на этом рынке. Поэтому начал возникать реальный дефицит, потому что резко уменьшился объем переработки нефти и, как следствие, меньше стало производиться бензинов. А в силу того, что внутренний рынок через, скажем, регулируемые цены не мог быстро следовать за достаточно серьезным ростом оптовых партий, единственным путем вывоза, единственным путем обеспечения рентабельности был экспорт. Поэтому вот случилась ситуация, при которой россияне ввели на полгода, ну вот, эмбарго на продажу нефтепродуктов, в частности вот бензинов, потому что в противном случае, ну, не был обеспечен внутренний рынок. Более того, насколько известно, ряд трейдерских компаний начали переговоры с нефтеперерабатывающими предприятиями Азербайджана для поставки на внутренний рынок определенных объемов бензина для того, чтобы обеспечить дефицит. Поэтому вот это является наиболее ярким
скажем, проявлением и наиболее ярким результатом вот всех тех процессов, о которых мы говорим. То есть в первую очередь речь идет о уменьшении объемов, которые поступают на внутренний рынок, и возникновении объективного дефицита. А что с ценами будет дальше, по-вашему? И будет ли бензин, возможно, там, по талонам? Не, ну я не думаю, что вряд ли будет бензин по талонам, но, во-первых, скорее всего, вряд ли удастся оптимизировать цены путем эмбарго на продажу нефтепродуктов, ну, в частности, бензинов. То есть, скорее всего, россиян ждет реальное повышение цен на бензин. А в период летних отпусков, в период вот, весенне-полевых работ, там определенная доля технологического транспорта ездит на бензинах, естественно, это приведет и к удорожанию продукции, и к уменьшению реальной возможности россиян воспользоваться летним периодом для того, чтобы куда-то поехать, потому что будет дорого реально. Но это одна из самых таких прибыльных отраслей российской экономики. Можно ли утверждать, что после таких ударов по НПЗ, если они будут еще дальше продолжаться, то доходы в бюджет могут существенно сократиться? Ну, смотрите, наиболее прибыльным на сегодняшний момент является продажа сырой нефти за границу. Она обеспечивает до 30% доходов российского бюджета, и где-то ну, вот, на переработку идет половина из того, что россияне сегодня добывают в качестве сырой нефти. Активным покупателем этой сырой нефти являются страны Юга, Индия, Китай. Китай планирует вообще сейчас резко увеличить объем закупки нефти у Российской Федерации. То есть, опять же, нужно четко понимать цены, по которым это идет. Существует price cap. $60 за баррель. Рыночная цена, естественно, выше. Но в силу того, что введены достаточно жесткие санкционные ограничения и контроль за ними достаточно жесток, на сегодняшний момент основная масса российской нефти продается либо по price cap, либо ниже его. Ну, достаточно дорогая логистика, и как следствие мы видим, та же Индия, например, не будет покупать дороже price cap просто потому, что никто не хочет попадать под вторичные санкции. А Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, европейские спецслужбы достаточно жестко контролируют этот процесс. Поэтому приток нефтедолларов в российскую экономику объективно усложнен. Тем более нужно понимать, что основные объемы нефти на сегодняшний момент продаются за валюты, национальной валюты тех стран, куда эта нефть отправляется, за юани и за рупии. Естественно, использовать эти национальные валюты для дальнейшей закупки тех или иных товаров для Российской Федерации крайне сложно. Ну, например, любая операция с юанями требует специального разрешения Народного банка Китая. Поэтому в этой ситуации не все так прозрачно и красиво. Поэтому, естественно, вот санкционные ограничения, которые были введены, они очень здорово усложняют процесс, который, собственно, обеспечивает Российскую Федерацию поступлениями денег в бюджет. Ранее вы заявляли, что НПЗ, работающие на обеспечение оккупационной армии, это законные цели для Украины. Как удары вот по этим заводам могут повлиять на поставки топлива для нужд российских оккупационных войск? Ну, понимаете, еще раз говорю, НПЗ, он производит весь спектр продукции. То есть нет отдельного НПЗ, который производит только бензин. Да? Есть же холодный дистиллят, тот же самый дизель, который параллельно производится. То есть на НПЗ производится вся линейка. От мазутов до высокооктановых бензинов. Естественно, любое сокращение объемов переработки ведет к уменьшению объемов, в частности, производства и того топлива, которое необходимо для вооруженных сил Российской Федерации. Тем более, если мы внимательно посмотрим, то есть параллельно с введением эмбарго на экспорт бензинов, значит, российская власть обязала увеличить объем поставок дизеля на внутренний рынок, то есть увеличение квот на аукционы по продаже дизеля на внутреннем рынке. Это говорит о том, что и с этим вопросом тоже возникли достаточно большие проблемы. По поводу экспорта зерна еще хочу поговорить. На этой неделе в ходе заседания Европейского Союза, Европейского Совета, Чехия предложит запретить импорт и российского, и белорусского зерна в Евросоюз.
Возможно ли решение по этому вопросу уже на этой неделе? И как думаете, решится ли ЕС на полное эмбарго? Или это будут какие-то там квоты? Вы знаете, скорее всего, это будут квоты. То есть, скорее всего, да, о полном эмбарго на сегодняшний момент настаивает ряд стран. Речь идет о странах Балтии, речь идет о Чехии. Насколько я слышал, президент Польши тоже говорил о полном эмбарго, хотя есть определенные страны в Европейском Союзе, которые работают по российской пшенице, а, собственно, это основной экспортный товар Российской Федерации. И, собственно, для того, чтобы не создавать длительных дискуссий по поводу полного запрета, а нужно понимать, что россияне для удержания собственного рынка дают еще с неплохими премиями этот продукт потребителю. Скорее всего, Европейская комиссия для того, чтобы быстро принять необходимое решение, ну, которое, скорее всего, войдут в 14-й пакет санкций, пойдет на квотирование. Скорее всего, эти квоты будут достаточно небольшими в рамках уже достигнутых норм, но в любом случае это будет ограничивать рост экспорта не только из России, но и из Белоруссии продовольственных товаров в Европейский Союз, и, естественно, каким-то образом это успокоит европейских аграриев, которые на сегодняшний момент достаточно жестко протестуют против какого бы то ни было импорта в Европейский Союз продовольственных товаров. То есть это не решение нескольких недель, а вот надо ждать 14-й пакет санкций, правильно я понимаю? Ну, смотрите, я думаю, что он достаточно быстро выйдет. То есть они, как правило, оглашают о том или ином пакете санкций тогда, когда достигнуто принципиальное согласие всех стран Европейского Союза по тому набору, который будет провозглашен в этом пакете. Ну вот я напомню, в 2022 году Европейский Союз смог выдать на гора 9 пакетов санкций. Ну то есть это не привязывается к какой-то конкретной дате. Это просто результат предварительных договоренностей. И если мы четко понимаем, что, например, некоторые страны Европейского Союза, как правило, очень осторожно подходят к возникновению новых санкционных пакетов, речь идет и о Венгрии, и о Словакии, то позиция их внутренних аграриев сегодня настолько жесткая, что, я думаю, введение квот на российские, скажем, сельхозпродукты точно не вызовет серьезных возражений у лидеров этих стран. Ну вот польские фермеры на протяжении 4 дней намерены блокировать и границу с Германией. Уже не только украинская граница будет под таким замком. Когда и как, по-вашему, вообще может решиться вопрос с блокадой украинского зерна? Ой, слушайте, ну смотрите, в перечне тех требований, которые провозглашают польские аграрии, там украинская часть занимает, ну, может быть, где-то процентов 20%. Основные претензии польских аграриев к Европейскому Союзу. То есть есть две группы требований, которые достаточно сложны к реализации, которые вызывают такую реакцию не только у польских, но, по сути дела, и у аграриев других европейских стран. Первый вопрос – это увеличение сельхоздотаций. То есть если мы посмотрим динамику дотационных средств за последних там 5-6-7 лет, мы видим, они неуклонно снижаются. Естественно, это очень сильно волнует на сегодняшний момент европейских аграриев. Почему? Потому что 70% дохода европейского фермера – это дотации Брюсселя. Ну, понятно, что чем меньше этих дотаций, чем меньше доходов. Это первый момент. И второй, есть очень большая проблема для европейских аграриев – это зеленый курс. Дело в том, что в рамках зеленого курса идет резкое ужесточение контроля за использованием сельхозхимии, пестицидов. И для обеспечения экологического разнообразия в рамках тех объемов, которыми на сегодняшний момент оперируют аграрии, до 10% в разных странах, вот, например, у поляков это до 5% посевных площадей, не могут быть засеяны и должны оставаться незасеянными. Да, там должны расти, трава должна расти, и там, для обеспечения экологического разнообразия окружающей среды. Если мы с вами приблизительно прикинем, что средний объем польского фермерского хозяйства – это 10 гектаров, то для него, например, там, гектар
незасеянных площадей – это очень серьезный объем, который не позволяет ему, ну, скажем, прибыльно производить продукцию. Поэтому в этой ситуации вот этих два основных требования – это увеличение дотаций и, ну, по крайней мере, скажем, перенесение введения зеленого курса на год, а по позиции того же, например, министра аграрной политики Польши, полная отмена для Польши зеленого курса, является основными требованиями аграрии, вот в частности поляков. И до тех пор, пока они его не достигнут, они будут бастовать. И нужно понимать, что, еще раз говорю, украинская граница является только одним из ну, тех рычагов, которым давят на Европейский Союз. В силу того, что это уже слабо действует, вот вы правильно сказали, уже заблокирован автобан между Варшавой и Берлином на 4 дня в качестве, ну, предупредительной акции. Я так понимаю, что объем убытков для транспортных компаний просто катастрофический. Поэтому, естественно, Евросоюз вынужден будет искать какие-то компромиссы с аграриями Европейского Союза и искать общий язык. Вот через 2-3 недели по морскому коридору могут начать осуществлять контейнерные перевозки. Это я говорю о нашем морском коридоре. Это может как-то повлиять на ситуацию, снизить градус напряжения на ситуацию с украинской границей между Украиной и Польшей? Если можно, вот коротко. Ну, смотрите, я, собственно, уже сказал, что основные требования это польских аграриев – это не украинское зерно. Тем более, даже по общему признанию министра аграрной политики Польши, украинского зерна в Польше нет. Поляки бастуют против того, чтобы украинское зерно не выталкивало их с рынка Европейского Союза. Там, где поляки продают свою продукцию и конкурируют с Украиной. А что касается южного экспорта Украины, то это наши традиционные рынки, и на них Украина традиционно продавала. Украине вне зависимости от границы с Польшей необходимо достаточно большой объем продать зерновых, и это будет осуществляться вот этим коридором южным. Спасибо вам большое, Олег, за ваши ответы, за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. И спасибо за этот разговор. Олег Пензин, экономист, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.